Спасибо. Спасибо. До свидания. Будьте здоровы. В продуктовые наборы входит все самое необходимое. Этого хватит на неделю. А дальше, если потребуется, представители армянской диаспоры вновь придут на помощь семьям. Армянская диаспора Одинцовского городского округа взяла на себе 20 таких семей и будет обеспечивать продуктами и всеми необходимыми вещами вот во время мероприятий карантинных. 20 адресов. Волонтеров встречают радостно. В это непростое время поддержка необходима многим. В этих продуктовых наборах все необходимое для жизнедеятельности семьи. Там и крупы, и мука, и печенье. То есть все, что пригодится, все, что нужно. И, в общем-то, мы говорим огромное спасибо армянской диаспоре за то, что оказали помощь в это трудное время нашим семьям с маленькими и детками и подростками. Карантин продлен, а это значит, что подобные акции будут продолжены. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».